давних времен торговля играла важную роль в политической и экономической жизни страны, а Ставрополье так и вовсе стоит на пересечении древних торговых путей. Как развивается эта сфера в нашем крае сегодня? Об этом поговорим в программе «Актуальное интервью» накануне профессионального праздника Дня работников торговли. В нашей студии президент торгово-промышленной палаты Ставропольского края Борис Оболенец. Борис Андреевич, добрый день. Добрый день. Ставрополье-то было и остается краем аграрным, сельскохозяйственным. Какое место в нашей экономике занимает торговля? Я могу сказать, что вот как и в палате название, да, торгово-промышленная палата, на первом месте стоит торговля. Я хочу сказать, что в занятости где-то порядка 19% работоспособного населения занято в торговле. Там 18,8, но это данные прошлого года. Ну, где-то в таком. А если брать в количественном отношении, то более 200 тысяч работает. Ну, это торговля. Серьезная цифра. Практически каждый пятый работающий задействован в сфере торговли. Да. А если говорить о проблемах, с какими проблемами сталкиваются работники торговли сегодня? Ну, я могу сказать, вот какие проблемы, ну, главные, да, для них. Первое, у нас уже, ну, это не только в крае, в России падает объем продаж. То есть розничная продажа, по данным Крайстата, нет еще точных данных за 2017 год, но вот и в 2015-2016 году она по сравнению с предыдущим годом, то есть если раньше было там 102%, 112%, то где-то 90%, 86%, то есть падает розничная торговля. Ну, а это сказывается на, понятно, на продавцах, да, потому что падает покупательный спрос, к сожалению. Вот. Это вот первая проблема. Вторая проблема существует, вот когда мы приезжаем, особенно в сельскую местность, да, часть бизнеса – это торговля. И они страдают от сетей. То есть, когда заходит крупная сеть… Не выдерживают сеть, конкуренции? Они просто, да, они не выдерживают конкуренции. И куда дальше идти? Да? Вот он человек, у него был там маленький магазинчик, ну, там шаговой доступности. Он торговал, заходит в сеть, располагается. Тем более, мы знаем, что сейчас они все больше и больше, как бы так… Развиваются, да. Вот, потому что мы им тоже помогаем. Вот, развиваются. И не выдерживает конкуренции. То есть где-то, конечно, а куда идти дальше? Да? То есть тот, кто занимался торговлей, очень много проблем вот этих. Есть еще у них проблемы, ну, будем говорить, административные. Ну, это контроль, контролирующие органы. Это, ну, в настоящее время это кассовые аппараты, замена опять. Тем более мы знаем, что в свое время, я еще когда был депутатом краевым, мы решали вопрос и удалось решить на федеральном уровне, чтобы отменили кассовые аппараты для тех, кто, ну, для кого не несет фискальные нагрузки. То есть если я на упрощенке, то я плачу определенный налог, и сколько я продал, роли не играет. Важно, да? Не важно. Но тогда говорили там защита прав потребителя, но он говорит, я выпишу квитанцию, что я продал, чтобы отменили это. А сейчас с вводом онлайн-касс теперь они обязательны для всех. Да, единственное, что нам удалось, ну, я говорю, нам, это общественным организациям, и на федеральном уровне все-таки перенесли сроки вступления, да, то есть поэтапно. Вот сейчас 1 июля еще появилось, то есть, но в конце концов все должны будут применять кассовые аппараты, те, для кого они несут фискальные нагрузки. Это дополнительная финансовая нагрузка. Ну, конечно. Идет налоговый вычет 18 тысяч, но это не компенсирует все. Тем более, что это дальше за трафик надо будет платить, за интернет, да, то есть и так далее. Какие-то меры поддержки для малого предпринимательства именно в сфере торговли есть, и насколько есть возможность ими пользоваться? Вы знаете, вот я даже вот сейчас вот врасплох встали с этим вопросом, я, ну, не встречал таких мер, вот сейчас нет. То есть, если финансовых, то мер поддержки нет. Если другие, там, консультации, обучение, у нас же сейчас, ну, я не знаю, вот сейчас новые будут меры поддержки. Почему-то произошла замена вот именно финансовой поддержки, особенно для малого и среднего бизнеса, на создание, ну, как бы благоприятной атмосферы, так называемой. У нас появилось агентство по малому и среднему бизнесу, у нас появились центры поддержки предприятий, да, которые, ну, по сути дела, оказывают не финансовую. Раньше, я помню, ну, даже вот в течение там, 2-3 года назад было субсидирование процентной ставки,
по лизингу можно было купить оборудование, первый платеж оплатил. Ну, то есть финансовая была поддержка. Сейчас ее практически не стало. Она осталась только у аграриев, у промышленников, да, а по торговле, к сожалению. Знаете, вот мне, ну, кажется, неправильный подход к тому, что вот я вспоминаю глава одного района, выступая на, ну, тогда еще были районы, сейчас это городские округа считается, вот, он выступал и сказал, а мы торговлю не поддерживаем, мы считаем, что у нас ее уже много. Хотя вот я сторонник, ну, рынок все регулирует. Только хочу сказать, да. если много магазинов, да. то да, покупателей не будет. Да. Рынок сам все отрегулирует, и, в общем-то, их не будет с избытком. И было, ну, удивительно это слышать. Но я думаю, что такая позиция есть, и, ну, когда вот называют, когда мы тут поднимаем вопрос по поводу сноса, ну, как... торговли нестационарной, да, вот ларьки, ларьки и начинается, да, и каждый раз в городе начинает, ну, в городах, и этот человек уже там работал, начинается замена или там для лучше, но это все равно на бизнесе это отражается, и когда говорят, мы по количеству торговых площадей, вот там чуть ли не на первом месте в России, ну, значит, потребность такая есть, то есть надо радоваться только этому, то есть это регулировать, я считаю. А вообще, поправьте меня, если ошибаюсь, в сфере индивидуальных предпринимателей торговля – это самый распространенный вид деятельности в нашем крае. Да. Как вы считаете, нужно ли в этой связи поддерживать именно предпринимателей, которые занимаются торговлей, или лучше меры поддержки направить на реальный сектор экономики, не знаю, там тот же аграрный или промышленный? Ну, я боюсь у аграриев получить как бы отрицательное. Я могу сказать мое мнение, да, что аграрии, ну вот у нас, не помню в каком году, аграрии получили 11 миллиардов, а в бюджет поступило 4 миллиарда, да, то есть вот такой вопрос. Аграрии у нас красавцы в том плане, что они, вот кого не встретишь аграрии, они будут рассказывать, что неплохо, так тяжело, а потом, когда спросишь, какую ты прибыль получил, и называют такие цифры с шестью, с восьми нулями, да, вот, ну, это, тяжело, они кормят нас, да, тяжелый труд, да, да, это поднятие относительное, вот, поэтому я считаю, что вот, ну, поддержка, все-таки, конечно, реальный сектор экономики требует поддержки, потому что если мы будем только, ну, должна быть и промышленная политика, вот я считаю, что у нас есть города, в которых нет промышленной политики, ну, я могу назвать города, в которых есть промышленная, это Невинномысск, да, почему, потому что, получается, если мы будем только заниматься торговлей, ну, допустим, вы продаете брюки, я продаю рубашки, да, мы друг у друга покупаем, но это одни и те же деньги. Плюс ко всему надо покушать, то есть сумма ужимается, и в конце концов нам уже будет. А если есть производство, то, ну, к примеру, мы что-то производим и хотя бы продаем за пределы города, да, значит, в город приходят новые деньги. А если это круговорот, то он, конечно, будет сжиматься. Поэтому это уже, как бы, задача, я считаю, больше местных властей развивать, ну, как делать это интересным, то есть не административно запрещать там торговлю или что-то, а делать интересным, чтобы люди понимали, что да, можно идти в индивидуально. То есть, ну, это должно быть предложение, каким бизнесом заняться, что чего. Почему? Потому что проще в торговлю войти легче всего, просто меньше затраты. А если войти в какое-то производство, это нужны все-таки какие-то более высокие затраты. Поэтому еще идут туда. О наболевшем хочу спросить. Принят закон о повышении НДС до 20% со следующего года. И вот разные мнения существуют. Кто-то говорит, что эта разница в 2% ляжет на потребителя исключительно. Кто-то говорит, что продавцы за счет сокращения своей прибыли часть этой суммы могут, во что я тоже не верю, погасить. Как вы считаете, скажется ли это на розничных ценах? Вообще, какие может иметь последствия? Ну, это аксиома. То есть, в общем-то, ну, как бы увеличение налогов, естественно, скажется. Другое дело, что есть часть предприятий, которые работают без НДС, да, то есть малый, средний бизнес. Но даже, ну, будем так говорить, ожидание инфляции, оно хуже всего. То есть ожидание, оно само провоцирует инфляцию. Да? Кто-то, кто там торгует, и у него не сказалось, но он понимает, что для того, чтобы ему что-то купить, ага, допустим, там пойдут цены на бензин, пойдут цены там на какую-то продукцию каких предприятий, которые работают с НДС. Я не сторонник того, ну, говорить о том, что это сильно скажется, да, но я думаю, что повышение цен будет. Ну, примерно на эти 2%. На эти, да, да, примерно и стоит, да, ожидать. Все, за все да, заплатит, да, покупатель, я понял. Лично я достаточно часто сталкиваюсь с примерами некачественной работы продавцов. Ну, я как потребитель вижу только вот витрину, да, продавцов и товары. А, ну,
как правило, это не очень вежливая, назовем так, манера общения с покупателями. Бывают обратные примеры, что очень приятно. Обычно я закрываю на это глаза. То есть я не скандалю, ни на кого не жалуюсь, разворачиваюсь, ухожу. Покупатель везде голосует рублем. Если сталкиваетесь ли вы с такими примерами, да, негативной работы в торговле, и как вы на них реагируете? Ну, тоже сталкиваюсь, но хочу сказать, вот вы гораздо моложе, то есть, в принципе, я когда, то есть, могу сказать, что, конечно, уровень, ну, вот, если все в сравнении, да, понятно, что мы уже привыкли к хорошему обращению, мы понимаем, что мы голосуем рублем и ногами, мы просто туда больше не придем, да, но у нас есть выбор. А если вспомнить торговлю, так сказать, советскую, там, 90-е годы, ну, то сейчас это, конечно, небо и земля. Ну, выбора не было. Да, выбора не было. Меня удивляло, в 90-е годы я работал, работали специалисты из Германии, и они пошли в ресторан, и приходят и говорят, мы больше туда не пойдем, потому что нас там плохо обслужили. А мы им говорим, а больше некуда идти. Мы все равно туда пойдем. Мы поговорим, мы поскандалим. А сейчас, конечно. Но хочу сказать, что уровень, конечно, растет. И вот я лично могу привести пример. Хотя там мы жалуемся на сети, что засилие. Но вот эта культура сетей, мне просто... Позвонили, опрос был, как меня обслужили. Я на все поставил 10, с Леруа Мерлен была доставка. Я удивился, то есть приехали ребята, ну, даже продавцы в магазине, по-моему, не настолько воспитанные, вот они, вот просто даже уезжая, они еще поблагодарили и сказали, но это было не наиграно, то есть во всем помогли, все, ну, то есть уровень, ну, я помню, что это школа, то есть... обучают. Я не скандалю, я просто говорю, что я больше к вам не приду, но я не вижу и у них какого-то большого сожаления, то есть все-таки, ну, если тут должна быть мотивация, если нет, а многие же все-таки, если нет мотивации, вот продавца, он, ну, у него нет мотивации, он не от продажи, да, но понятно, что мы понимаем, что если кто-то частный стоит, это его магазин, и он же и торгует, это одно дело, а если где-то вот нанимают, ну, к сожалению... Не всегда. Последний вопрос. У нас времени эфирного, к сожалению, осталось очень мало. Чего бы вы пожелали работникам торговли в канун профессионального праздника? Я бы им пожелал вежливых покупателей, платежеспособных покупателей, хорошего спроса. Спасибо большое. Я напомню, это было актуальное интервью сегодня о торговле. Мы говорили с президентом торгово-промышленной палаты Ставропольского края. Оставайтесь на своем.